И начинает нас папа. Ну, мы уже выпускать вышли. Что, Оль, ты побежала, что ли? Нет, это я этому отделила, рекордер. Эльбрус. Чуть-чуть направо. Эльбрус. Бреет. Че? Бреет. Не старайтесь. Дурак. Дурак ты. Папа. Конец, он так все на поезд. Папа. Ну, а сама. Ну, что, а, что ты меня? Я перепутал. Слишком сильно не перетягиваем, но и не даем провисать. А что такое? Разговор-то нету, а? А я замолчал, да. Сейчас тебя, сейчас тебя оттуда. Вот, да. Как это называется, кульбит, когда лошадь сбросили собака? Кульбит. Нет, это не кульбит. Не брыкается, ну, есть козлит, есть горлит, есть свечит. Три направления. Козлит — это жопой, свечит — это передом, а горбит — это гинает спинку и прыгает так. Оп. Правым поводом. Не, правым, ну, хорошо, уже левым. Это, ну, что-то... Почему? Да не страшно. Что там страшно? Два метра, полтора. Метр шестьдесят упасть. Ай, счастливо. Как мы все время говорим, ниже земли не упадешь. Падать-то мы умеем. Чё ж ты падаешь? Вот умеешь же. Чё ж ты? Ну так, блядь, потому что по скрочкам. Чё забираешься? Там на лучше посадку. Да? Ну, можно. Тут же расслабленные, а мы тут... Не в расслабленном деле, вообще всё на месте. Сидит чётко, да? Ага, вообще лучше всех сидит. Как лицой. Вот и здесь обошел. Ты грустно у вас вот такое все сгорбится. А ну, дальше назад. Я попробую петарду скинуть, тут сидит. Эталон просто. Это искусственный посадка, или его он реально сидит хорошо, надо петарду проверяется. Что это? Ну, это искусственная посадка, или он реально умеет сидеть. Надо петарду кинуть и посмотреть, если он удержится, значит... Удержится этот... Значит, реально. Мощный. До канадской границы. Покажешь? Нет. На дорожку сразу. Кружочек. Он же под седлом должен 2.8, если так бежал, но 2.4, 2.5 должен же. Под седлом тише едет. Под седлом. Ворот две резвые. О, все, вот, смотри. Один шаг сидит, а берешь и рисовать. Это будет камера, и так удобно. Да. И когда начинающим мы делаем раз-два, 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 раз, раз, дети. Вот так. Диагностический процесс. Он испугался. Я думал, я испугался, а это оказывается он. У тебя еще все впереди. Да. Да, он вот там назад, да? Ну, так и надо сидеть, чтобы... Она прямая, плечи назад. А поясничка мягкая. А так, да, поясничка же должна пружинить, а вы ее сгорбили. Как она будет пружинить? Она зажмется наоборот. Не, я хорошо слушаю. Хорошо, у меня товарищ, он это молодой, ну это. Ну ему все легко, вот у него, что, поэтому на лошадь покатайся. Я говорю, понимаю, бля, стоял, да, но он погонять чуть-чуть, говорю, чтобы это не дурило. Ой, не, я так не люблю погонять. Ну, это. Он, ну ладно, привел, а он не умеет ездить. Ну я раз так проехал, ну видите, так легко, что там едешь, что едешь, А-а-а. На рыцаре. Он говорит, ну да, я, ну на корду раз он. А, он сам поехал, блин. Он трясел, он не может, он так не умеет приставать. Он это, блин, говорит, а что так тяжело? Вот, хреновские! Ученик же ваш. Вот, вот. Вот. И это. Я говорю, надо приставать так. Он такой, ну ладно, я взял на корду, говорю, давай сейчас на корде, а ты, говорю, приставай так. А он просто решил просто приставать. Она не поймет, что. Она начала скакать, блин, уже спугалась. Он на ней вот так это, пристает на ногах. Она погнала, блин. А он еще что-то орет, блядь. Она наоборот надо успокоить, чтобы я не могу удержать. Ну еле-еле, блин. Ты что, дурак, зачем ты? Ну я думал, надо такой. Двигаем, двигаем, постоянно. Двигаем.
На. Во, отлично. Почти, да, попал? Сестра. Один раз попасть твоей рукой. Вот она дробновит.